Я сейчас присутствую здесь на историческом моменте. Это устанавливает памятник Александру Македонскому. Огромный памятник наконец-то установила Македония своему герою, своего народа. Я сейчас нахожусь на Триумфальной арке, с которой открывается прекрасный вид на новый памятник Александру Македонскому. Очень большой, красивый памятник, который поставили в этом 2011 году. И он очень большого размера, и только с Триумфальной арки получается как бы прямой вид на него, где мы можем увидеть его во всей красоте на его знаменитом коне Буцефале. Это центральная площадь города Скопье. Сейчас в городе Худжанде в Таджикистане. Это музей, который сделан на месте старой крепости. Один из залов, специально посвященный истории Александра Македонского. Дорогие мои македонцы, этот рассказ для вас, и чтобы вы увидели, как на другом конце мира люди отобразили историю жизни вашего земляка. Вот такой оригинальный зал, где расписана чуть ли не вся история Александра Македонского. Посмотрите вот эту карту, которая на полу вылежена мраморными плитами. И здесь особенно я хочу передать привет македонцам, и чтобы они увидели, что даже в Македонии нет истории Александра Македонского такой. Вот находится на карте находится Македония. Вот здесь. Вот это Греция. И вот здесь находится Македония. И вот Александр Македонский через всю Азию, через завоевал Персидскую империю, дошел вот сюда, где мы сейчас находимся, именно в этом месте. Раньше назывался Сугд, это было Согдийское царство. Сейчас называется Худжан. И вот на этом месте была основана последняя в его жизни Александрия. По-азиатски Искандером его называли, Искандария Аксо. Вот последняя Александрия, основанная Александром Македонским, была именно вот в этих краях. На первой картине нарисован Филипп II и его жена Олимпия, где он держит своего сына Александра и радуется появлению своего наследника, вернувшись из похода и праздник в честь рождения Александра. Это второй эпизод. На нем изображено то, что, может, мало кто знает, что Александра из Македонии отдали на обучение в Афины знаменитому философу, писателю, историку Аристотелю, у которого он обучался греческой грамоте, искусству, науке, и он был одним из лучших учеников Аристотеля. Вот здесь видно, как в школе в Афинах молодой Александр обучается наукам. На следующей картине изображено этот момент жизни Александра, этот его шанс, когда по-настоящему его признали лидером Македонии. Его отец не подпускал к политическим делам, не раскручивал его как своего наследника сильно, да, потому что держал сильную власть. Но был у них момент, когда происходили разные там состязания, спортивные игры, и привели огромного дикого жеребца, которого все боялись обуздать, укращать. И на этих играх вот присутствовали вся знать Македонии, все самые выдающиеся там генералы, полководцы его отца. И только никто не мог этого укращать, этого коня. И только молодой Александр решился на это.
И у него это получилось, потому что он без страха это все сделал. И вот этот конь, все были очень сильно удивлены и как бы такие шокированы тем, что молодой человек мог себе это сделать. И этот конь навсегда остался в истории под именем Буцефал. Буцефал, да, называет этого коня. С ним Александр Македонский прошел все свои походы, все свои победы. Основной идеей Александра, кроме его личных амбиций, была еще и идея нести греческую культуру на завоеванные им земли. У него была такая мечта, как бы завоевать побольше земель и насаждать там греческую культуру и ассимилировать местное население вместе с его солдатами, воинами, с греками. Он попытался это сделать, это, конечно, в то время было мало реально, но, по крайней мере, все греческие боги, о них узнала вся Азия после походов Александра. И здесь, на территории Таджикистана, до сих пор остались как бы статуэтки, изображения и многое другое еще с тех времен, когда здесь побывал Александр. Ассимиляция культуры. Да, и он хотел сделать такой первый шаг в глобализации человечества. Он на то время хотел как бы сделать ассимиляцию разных культур, и чтобы как бы сделать единую нацию на тот момент. Тогда еще, наверное, было труднее, чем сейчас это сделать. После смерти отца Александр стал единым правителем Македонии, в которой в то время было уже сильное профессиональное войско. И то, когда он обучался в Афинах от своего учителя Аристотеля, он узнал историю многовекового противостояния Греции и Персидской империи. И первой его мотивацией был поход на Персидскую империю для того, чтобы персам отомстить за все те беды и горе, которые они в свое время и разрушения принесли на греческую землю. Вот на этой картине видно, как Александр выступает перед своим войском, перед знаменитой македонской фалангой, для того, чтобы мотивировать своих воинов на победу над непобедимой Персидской империей. Ну а здесь изображено как бы финал битвы с Персидской империей, когда Александр полностью завоевал всю Персидскую империю, и ему надо было обязательно лично встретиться с царем Дарием, чтобы доказать свою победу, свое преимущество. Там история скрывает многие моменты, что там было. Там были и в это время и перевороты, и мы хотели сдать его, и все другое. Потому что рассказывают, что царя Дария он уже догнал на берегу реки Амударии, когда его предали свои чиновники, и они же его и убили. То есть он его увидел уже умирающим, когда македонцы догнали персов. Но он не позволил никому из своих солдат унижать его как бы царское достоинство, и поэтому на этой картине изображено, когда он умирающего Дария накрывает своим же плащом, своей накидкой. То есть царь оказывает почести царю, ну, как бы достойному сопернику. Вот так закончилась Великая Персидская империя. Войска Александра Македонского прошли через всю Персидскую империю и вошли в Центральную Азию и дошли до Саргийского царства. И именно в Саргийском царстве им оказали уже очень местные народы, те осколки Персидской империи, но там жили мужественные люди. И они оказали мужественное сопротивление македонским войскам. Здесь на этой картине изображен знаменитый спитамен, которого Александр остановил войска Александра Македонского на 2 года в их продвижении. И в Александра больше не осталось сил и возможностей победить уже тогда саргийцев. И получается, именно в этом месте он основал свою последнюю Александрию. И вот в этих краях Александр остановился. Его остановили уже местные народы. В его войска уже были силы не те и возможности не те сопротивляться. И поэтому покорить местные народы, Согдиану и Бактрию, не оставалось ни одного другого момента, другого шанса. И Александр придумал совсем по-другому. Он впервые в жизни женился здесь, на дочери местного правителя Роксане. Таким образом, чтобы стать царем этого народа, не завоевывая его. Финальная картина, даже тут, в Таджикистане, изобразили финальную картину.
все-таки Александр решился дойти до Индии, где он и после трудного перехода через горы заболел и умер. И здесь вот показано, как его воины возвращают его назад на родину, в сторону Греции.